Полиция задержала подозреваемого в сбытии наркотиков. Во время патрулирования улиц областного центра сотрудники патрульно-постовой службы заметили мужчину возле жилого дома. Он вел себя подозрительно. Увидев правоохранителей, занервничал. Это послужило причиной для проверки документов. Мужчину досмотрели. У местного жителя при себе обнаружили и изъяли 49 свертков с предположительно наркотическим веществом, приготовленным к сбыту. В результате экспертизы установили, что изъятым является наркотик под названием «Соль», общей массой около 40 граммов. По версии следствия, 27-летний злоумышленник планировал сбыть свертки с наркотиками через так называемые закладки. Следствие показало, мужчина уже сделал 8 тайников на территории города. У подозреваемого изъят телефон, в котором обнаружены чаты в одном из мессенджеров с координатами этих мест. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 20 лет.